Этой фигуристке я откровенно завидую. Во-первых, ей всего 15 лет, а во-вторых, через несколько минут ей будет рукоплескать весь мегаспорт. Вероника Жилина! Вероника Жилина. Тинькофф, банк, которому доверяет уже более 35 миллионов человек, восхищается своими клиентами и всеми участниками нашей сегодняшней трансляции. Всем, кто проявил себя на этом льду, Тинькофф желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Вероника, ну как тебе у нас? На взрослых контрольных прокатах. Поделись. Я очень рада, что попала на такие соревнования. И для меня большая честь выступать здесь. Вероника, вот ты в одном интервью сказала, что нас ждет какой-то сумасшедший контент. Но не сказала, какой. Нам расскажешь? Нет. Ну, раз Вероника не хочет нам ничего рассказывать, то лучше показывает пусть. Пускай просто показывает на соревнованиях, а лучше завтра в произвольной программе. Да. Все. Все, желаем тебе удачи. До завтра.
отпускаем тебя отдыхать.